Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Михаил Геннадьевич, что происходит? Вот новости напоминают просто уже какую-то истерику на самом деле. Конец августа 98 года после дефолта. Вот тогда это было примерно здравствуйте, так. Простите. Да, здравствуйте. Издевательское пожелание, я понимаю, но добрый вечер, еще более издевательское пожелание. Значит, я напомню, из-за чего сыр-бор. Сегодня официальный курс доллара. Давайте доллара с него начнем. За один день вырос на 2,5 рубля. Официальный курс евро вырос на 3 рубля. Подчеркиваю, официальный курс. Рыночный в течение дня доползал и выше, но, судя по всему, ЦБ вылез с массированными интервенциями и сбил. Я напомню, совсем недавно для нас было шоком, когда за 3 дня ноябрьских праздников доллар подорожал почти на 6, евро почти на 7 рублей. Сейчас половина этого за один день и никаких ноябрьских праздников, потому что ноябрьские праздники очень маленькое участие на рынке. Ну, что я могу сказать? Когда альтернативно одаренные люди, чтобы не ругаться в присутствии аудитории, где есть женщины и, может быть, дети, когда альтернативно одаренным людям доверяют полную свободу руку в важнейшей, сложнейшей сфере государственного экономического управления, гладят их по головке и говорят, творите, что хотите, то расплачиваться за это приходится нам. Я отнюдь не хочу концентрировать всю ответственность исключительно на госпожах Набиуллиной и Юдаевой и прочим. У нас есть чудесный министр экономического развития господин Улюкаев, бывший помощник Егора Тимуровича Гайдара, который не так давно отметился великолепной фразой, что если люди получают в рублях и тратят в рублях, то их совершенно должен не интересовать курс доллара. В переводе на русский язык, учитывая, что у нас там более 35% того, что мы потребляем, даже только продовольствие, является импортным, даже если мы не берем монополизм, то любое удорожание, любое дешевление рубля – это удорожание того, что мы покупаем в магазин. Поэтому дословно господин Улюкаев, министр, повторюсь, министр экономического развития, это издевательское уже словосочетание применительно к нашим министрам со времен Грефа, по сути дела сказал следующее: если человек зарабатывает рубли и тратит рубли, то его в принципе не должно интересовать, как он живет. Ну, прямо скажем, вызывает вопрос, да, это пожелание. Я боюсь, что это пожелание вызывает ответ, а не вопрос. Другое дело, что озвучивать эти ответы я пока постерегусь, по крайней мере, в данном эфире. Но уже нет слов. Банк России вернул нас в 90-е годы. Вернул нас в 90-е годы на ровном месте. Я напомню, есть такой замечательный критерий Рича, когда в 98-99 годах был жуткий кризис, серьезный, мировой, не как у нас сейчас, когда только у нас, а мировой. Стали задумались, а какой же должен быть, сколько должно быть денег у государства, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты. Кстати говоря, по-моему, индийский специалист Ричи, в его честь это было названо, придумал очень простой критерий, который оказался очень работоспособным. Трехмесячные выплаты по импорту и товаров, и услуг, плюс годовые выплаты по внешнему долгу и государственного сектора, и частного, и процентные, и по основной части долга. Значит, если брать на начало следующего года, у нас этих резервов должно быть, ну там, как считай, 240-260 миллиардов долларов. Сейчас у нас международных резервов 420. То есть минимум 150 миллиардов долларов международных резервов у нас избыточные. И денег государства абсолютно достаточно для того, чтобы не просто не допускать скачков на 2,5 рубля в один день, а для того, чтобы вообще обеспечить стабильность валютного рынка. А что для этого нужно сделать с этими резервами? Как ими нужно распорядиться? Нет, распоряжаться можно по-разному, но Банк России обладает потрясающей гаммой инструментов. У нас сейчас они сами себя скопили и, как в 90-е годы, используют, даже хуже, чем в 90-е, используют один единственный инструмент – валютная интервенция. Я валюту продал на рынке, я валюту купил. Даже этого вполне достаточно. Вот для того, чтобы грамотно, выходя на рынок, сбивать интересы спекулянтов,
сжигать спекулятивные деньги, этого достаточно. Но есть еще куча других инструментов. Можно вводить разные, дифференцировать нормативы резервирования. То есть под любую операцию любой банк должен резервировать какие-то деньги в Банке России. Отлично. Если я осуществляю инвестицию, я резервирую 1%. Если я работаю на спекулятивных рынках, я инвестирую 5%, резервирую там 7%, как сейчас. Если я работаю на валютном рынке, я могу 10% резервирования, мне могут сделать все, что угодно. Люди не понимают, которые сейчас руководят азбуки, что валютный курс — это не индикатор состояния экономики, это не температура в градуснике, это не градусник. Это важнейший инструмент управления экономикой. Это не градусник, это лекарство, образ жизни, диета, это инструмент воздействия государства на экономику. Другое дело, что если этот инструмент неадекватен, тогда, да, через некоторое время он ломается. Но если он адекватен, он перестраивает экономику в соответствии с интересами государства. Михаил Геннадьевич, вот еще давайте на один вопрос ответим, попробуем расставить точки над «и». У нас уже не один раз было в новейшей истории, когда рубль искусственно плавно девальвировался после того, как там цены на нефть немного опустились, стало понятно, что мы не доберем в рублях из-за того, что долларовая цена у нас упала. Вот сейчас это ослабление рубля, это следствие того, что нефть у нас сегодня до 72,97, по-моему, да, опустилась? Ну, на сегодняшний день до 70. И 72, уже 70, хорошо. 16, ну, было и 67. Хорошо, вот это следствие этого, да, и это абсолютно сознательное решение наших финансовых властей, или они уже не контролируют ситуацию? Нет, наши власти не хотят контролировать ситуацию, это принципиально другая вещь. Если я хочу что-то, если я хочу исполнить свои обязанности, но у меня не получается, да, меня можно научить, меня можно заставить, меня можно напугать, и тогда я буду исполнять свои обязанности, если я ленюсь. Да? Но Банк России провозгласил почти год назад, в декабре прошлого года, как главное свою добродетель, как главную свою цель, полное самоустранение от ответственности за валютного курса. И мы сейчас это расхлебываем. Продолжим говорить об этом, друзья мои. Самое главное, мы опустимся вот из высоких экономических сфер в сферу каждого из нас и наших кошельков. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». 17 часов 17 минут, время московское. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Так, Михаил Геннадьевич, что сегодня сказал Алексей Улюкаев? Глава Минэкономразвития заявил о том, что считает, что уже в краткосрочной перспективе факторы, способствующие росту цен на нефть, превысят, ну, наверное, превысят те факторы, которые способствуют падению цен на нефть, и цены начнут повышаться. По мнению господина Улюкаева, равновесная цена нефти может сложиться в районе отметки $90 за баррель. Конечно же, необходимо поддерживать запасы, которые сформированы. Необходимость использовать нефть на цели обогрева и так далее, безусловно, поддерживает спрос на более высоких значениях, чем это было до сих пор. И в этом смысле, конечно же, мы можем ожидать дополнительный рост спроса, что через какой-то временной отрезок воздействует и на цены. Проще говоря, вот господин Улюкаев в интервью программе «Время» сказал о том, что, в общем, нас спасет зима русская. Да. Не русская, не вообще зима. Не только русская, но и европейская, и что все будут топить свои дома нефтью. Господин Улюкаев, наверное, не знает, что в большинстве развитых стран нефть на обогрев не используется. Но для господина Улюкаева это простительно, потому что уровень его компетенции, который он демонстрирует на своих должностях, и первого зампреда Банка России, и сейчас министра экономического развития, на мой взгляд, примерно соответствует уровню экономической компетенции покойной госпожи Новодворской.
примерно тот же самый уровень, примерно с тем же самым апломбом. А другое дело, что госпожа Новодворская никогда не хотела быть министром и возглавлять Банк России. Но мы привозили только что чудесное высказывание о том, что мы не должны, нас не должно интересовать, как мы живем. Вот это из той же самой серии. Господи, я понимаю, что, что министру экономического развития правительства Медведева совершенно не нужно даже догадываться о том, что, вообще-то говоря, цены на нефть определяются спросом и предложением на уровне плюс-минус 3 доллара за баррель, а большие изменения колебаются, определяются, как мы говорили, изменениями спекулятивных капиталов, динамикой спекулятивных капиталов. И что обвал цен на нефть, который случился, цены на нефть рухнули на 40%, так, округлили, ну, более чем на треть, с пика, который у них был где-то 22 июня. Октябрь к октябрю цены на нефть ниже прошлогоднего октября на 20%. В ноябре разрыв еще больше увеличился. Просто сегодня первое число еще не успели посчитать. Но нужно понимать, что, во-первых, падение цен на нефть – это отговорка для наших либералов. Точно так же нам рассказывают про санкции. Ой, вы знаете, вот нас Америка не любит. Ой, вы знаете, нацисты сбили малайзийский Боинг. Меркель косо посмотрела на нашего президента и рубль упал. Я просто напомню, можно бесконечно объяснять разного рода экономические механизмы. Простая вещь. Первая волна девальвации в этом году у нас была с января по середину марта. Ну, грубо говоря, с середины января по середину марта. Когда никаких санкций не было. Никаких. Когда даже политического кризиса в январе не было ни малейшего, и в феврале не было, и мысли о том, что, когда я говорил в конце февраля, что этот нацистский переворот, меня смотрели как-то сумасшедшего. Когда я говорил, что этот нацистский переворот кончится гражданской войной и карательными экспедициями и массовыми убийствами, люди говорили, ну ты насмотрелся фильмов и так далее. Это был конец февраля. Все еще было очень спокойно. И нефть была дорогой. А девальвация случилась. Почему? На ровном месте. Потому что госпожа Набиуллина в конце декабря зафиксировала, что Банк России снимает с себя главную ответственность свою за стабильность валютного курса. Все. Госпожа Набиуллина обвалила рубль, с моей точки зрения, на ровном месте. Да, была макроэкономическая потребность в то время. Потому что коррупция, произвол монополий, принципиальный отказ правительства Медведева от развития, кабальные, колониальные, на самом деле, условия ВТО не давали развиваться экономике. Единственный способ не допустить экономического спада в этом году было чуть-чуть ослабить рубль. Не в полтора раза. Вот 40 рублей за доллар к Новому году – это вот то, ну, максимальное ослабление, которое было полезно с точки зрения макроэкономики. На самом деле, еще бы 38 было бы вполне рационально. У нас сегодня 51 рубль 80 копеек. Официальный курс Банка России. Вот эта разница, это цена паники и цена, грубо говоря, принципиального, сознательного, возведенного в высшую добродетель отказа от своего развития, отказа от своих обязанностей. Ну, а дальше уже начинается, потому что, ой, случилось. Ну, хорошо, что в Челябинске не упал второй метеорит, а то бы все списали на него. Да? И валят на все это как на мертвого. Да, безусловно, цена нефти оказала свое негативное влияние на конъюнктуру и в том числе на стабильность рубля. Простите, но у нас по-прежнему международные резервы минимум в полтора раза выше того, что необходимо для стабильности, для обеспечения валютной стабильности. Но о чем речь вообще? Они выше. Даже если не использовать всю сложную гамму инструментов обеспечения валютной стабильности, а ограничиваться просто тупейшими валютными и рублевыми интервенциями. Ну, понимаете, здесь нельзя даже предъявлять претензий к уровню компетентности и к уровню интеллекта, потому что, на мой взгляд, полностью отсутствует главное – добросовестность. Вот вы знаете, помните, может быть, в конце октября у нас резко укрепился рубль накануне решения Банка России. С моей точки зрения, это абсолютный признак инсайдерской игры.
Несмотря на отчаянное, на мой взгляд, сопротивление либералов, инсайдерская торговля у нас признана преступлением. Где расследование? Есть Следственный комитет, где, так сказать, его неутомимый спикер. Там мы можем иронизировать сколько угодно по поводу Следственного комитета, он может нравиться, не нравиться, но у людей есть функция. У них есть обязанность. Если кому-то не нравится Следственный комитет, это преступление против государственной безопасности. Где ФСБ? Оно вообще существует? И оно только студентов ловит с бабушкой? У нас вообще органы госуправления свои обязанности какие-нибудь выполняют, кроме тех, кто светофоры включают, выключают и, так сказать, воруют машины с улиц. Михаил Геннадьевич, давайте поговорим о, все-таки господин Улькаев сказал о нефти, да? На прошлой неделе мы активно обсуждали, да, без вашего, пока, к сожалению, участия, да, о том, что ОПЕК отказалась снижать уровень добычи нефти. Да? И это привело к падению курса нефти, цены нефти. Ну, напрямую 70... об этом никто не говорит, но все на это намекают. Да, там с 70, скажите, с 77... до сегодня 70. Ну вот не 3 доллара за баррель, о которых я сейчас говорил, 7 долларов за баррель. На самом деле, я думаю, что выправится через некоторое время. Выправится. А все очень надеялись. И надо сказать, что до 77 тоже отросло там с 70 плюс тоже перед этим. Да, вот в таких пределах, в небольших, это вопрос спроса предложения. Сократит ОПЕК добычу или не сократит? Они решили не сокращать. Но они уже тоже живут в логике событий, они живут в потоке событий, ними сформированы. Знаете, когда там, я не знаю, какой-нибудь человек, который всю жизнь посвятил борьбе против американского империализма, рассказывает про теорию заговоров, я понимаю психологически. Но когда господин Кудрин, весь такой либерал, белый и пушистый, вдруг начинает рассказывать, что цена на нефть упала, потому что Обама договорился с Саудовской Аравией, ну так скоро нам тот же самый товарищ Кудрин, наш будущий президент, как я понимаю, или премьер, как минимум, начнет рассказывать про жидомасонский заговор, как причины всех экономических и социальных неурядиц. Он, может быть, скоро ведьм начнет жечь на своих общегражданских конгрессах, так сказать, публично, в качестве милости привязывая мешочек пороха на шею. Вот это производит впечатление дикого средневековья. А если говорить по фактам, то, во-первых, нужно учить матчасть. Нужно хотя бы изредка читать, что пишут газеты, я не говорю аналитики, газеты, о тех событиях, которые написывают. Потому что господин Обама приезжал в Саудовскую Аравию и вел там переговоры, действительно вел, об удешевлении нефти. И его там послали. Ну, они не нашли полного взаимопонимания, сформулируем это корректно дипломатически. Я приношу извинения. В общем, он уехал с чем хотел, а не с чем, потому что у Саудовской Аравии, ну, уровень, дефицит бюджета возникает при 95 долларах за баррель. У них хуже, чем у нас. У них по соцопросам 92% граждан Саудовской Аравии, не наемных филиппинских рабочих, гастарбайтеров, которым позволено ночевать на улице в качестве высшей милости, а коренных жителей, всех этих шейхов, богатых, обеспеченных, самодовольных, сочающихся деньгами, они поддерживают исламское государство. Как показывают внутренние социологические опросы. Если я слышал еще одну версию, почему ОПЕК, возглавляемые саудитами, пошли на, точнее, не пошли на сокращение объемов добычи нефти, но, Михаил Геннадьевич, я об этом, это попрошу вас прокомментировать уже, наверное, после выпуска новостей. Что мы еще обсудим после новостей? Вот заявление очередной Ксении Юдаевой, оно касается инфляции, и предложение одного из депутатов единороссов применить по отношению к российскому бизнесу так называемое дедушкино право, это, по-моему, штука называется. Дедушкина оговорка. Дедушкина оговорка. Недопустимо ухудшение условий бизнеса. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Михаил Иванович, можно сразу давать совет для людей? Вот я обещал еще в прошлой части эфира. Вот смотрите, в российских банках на фоне продолжающегося обвала рубля все сложнее приобрести валюту, сообщают средства массовой информации. Вот это как? По их данным, в Сбербанке продажи ограничены суммами в 5 тысяч долларов и евро в одни руки. В Росбанке, в Уралсибе и в Райффайзенбанке еще более жестокие лимиты установлены, сообщают СМИ. СМИ опросили несколько десятков банков, ну, первую тридцатку по активам, с целью выяснить, ввели ли эти организации лимиты на продажу валюты в одни руки. Вот где лимит в 1000 долларов? В одну тысячу? В Росбанке, говорят, установлен лимит на покупки валюты в размере 1000 долларов. Но это, конечно, больше, чем на Украине, да? Но у нас вроде нацистского переворота тоже пока еще не было, и гражданская война тоже. То есть у нас госпожа Набиуллина, она, в общем-то, по эффективности своего воздействия на Россию, она достаточно близко приближается к гражданской войне, насколько можно судить, да? Ну, как-то очень мне не нравится вот эта вот вся история. К тому же с одним из представителей банка первой десятки я лично вот буквально, ну, наверное, час назад говорил, лично вот говорил. И, ну, в общем, да, там, прям скажем, обеспокоен, это мягко сказано. Ну, вот. Тогда, наверное, стоит задуматься о том, если у вас валютный депозит под низкий процент, а не большинство под низкий процент, может быть, стоит задуматься о том, чтобы денежку снять и положить в ячеечку в том же самом банке. Сегодня они ограничивают покупку валюты в одни руки, а завтра могут ограничить выдачу со счета в одни руки. Да, это вещи сопряженные. Это первое. Ага. Второе. Я понимаю, что покупать евро по 66 рублей 60 копеек, как сейчас. Ну, хорошо, что не 66 копеек, да, но 3 шестерки все равно имеет место. Я вот сюда ехал, видел, немножечко страшно, немножко нелепо. Не очень понятно зачем. Тем более, что разрыв между курсом покупки и продажи в среднем по Москве, если верить РБК, достигает 3 рублей. Даже превышает 3 рубля. Это очень много. А в долларе превышает 2 рубля. Может быть, понимаете, вот в любом случае, вот сегодня днем рубль укрепился, потому что долетало совсем до небес, Банк России его сбил. Может быть, завтра, послезавтра продолжится укрепление рубля. Оно может продлиться еще некоторое время. Может быть, имеет смысл подождать с покупкой валюты, пока рубль немножко не укрепится после этого падения. Но в среднесрочной перспективе покупать. Потому что, понимаете, это уже чрезвычайная ситуация. Это чрезвычайная ситуация вызвана не государственной целесообразностью, не государственной необходимостью, не отсутствием денег в бюджете. Я напомню, на 1 ноября этого года, неиспользуемые остатки средств в федеральном бюджете 9,3 триллиона рублей. И более того, они на 2,5 триллиона рублей за этот год выросли. То есть денег, как у дурака махорки. Но это деньги не для нас. Как замечательно, насколько я помню, выразился вице-премьер Дворкович, Россия должна платить за финансовую стабильность США. Россия – это не Дворкович, Россия – это мы. Вот мы, судя по всему, и платим. В том числе расплачиваемся при помощи такой девальвации. Всякие Улюкаевы и Набиуллины нас вытирают ноги своими заявлениями, сказками, которые нам рассказывают. Да? Кто там в начале этого года в Сбербанке рассказывал, что люди, которые купят доллар за 35 рублей, могут очень сильно пожалеть? Кто там нам в начале, по-моему, ноября рассказывал, что те, кто покупает доллар за 45 рублей, могут очень сильно пожалеть? Они сегодня могут продать с наваром 6.30 с одного доллара. Да? Вот при такой невменяемости государственного управления... А если не сказать злонамеренность, потому что невменяемость, я очень мягко говорю, а если посмотреть на это с точки зрения политической целесообразности, понимаете, я же не могу сказать, что госпожа Набиуллина глупа, она не глупа. Я могу сказать, что господин Кудрин глуп, чтобы нам рассказывать про жидомасонские заговоры. Он не глуп, он совершенно не глуп. И вполне может быть, что этот либеральный клан просто организует у нас, грубо говоря, Майдан, организует, готовит дестабилизацию страны, чтобы свалить законно существующую власть, да, которая не признается Западом.
Потому что никто не скрывает на Западе, что задача государственной политики — свалить Путина. И никто не скрывает в либеральном клане, если я правильно помню, что либеральный клан является инструментом глобального бизнеса. И Запад действует через либеральный клан. Наше начальство может быть полностью лишено инстинкта самосохранения. Это его трудности, его проблемы. Нам это будет стоить дороже, чем ему, но мы с этим ничего поделать не можем в рамках сувенирной демократии. Но мы можем позаботиться о себе. Поэтому покупайте валюту. Даже если рубль внезапно вдруг государство одумается, рубль внезапно резко укрепится, коллеги, вы потеряете в деньгах, но вы сэкономите на валерьянке. И на собственных нервах это, конечно, вообще ничем не купишь. Это валюта поэтому, не конвертируется, да, к сожалению. Эти нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому сейчас не надо. Вот сейчас вечером не надо никуда бежать. Завтра утром, наверное, тоже не надо никуда бежать. Подождите, рубль должен укрепиться. Он как качели, да? Эти качели падают в пропасть. Они летят в пропасть, но они при этом раскачиваются. И вот когда они сделают взмах наверх, когда рубль чуть укрепится, надо покупать. Так, ну, друзья мои. Это для тех, кто еще не переложился в рубли в начале этой вакханалии. Да? У меня просто такой прикладной вопрос. Я знаю, что многие, например, держат деньги в банке на срочных депозитах. Наверное, кто-то и валюту держит на срочном депозите. Я понимаю. Вот то смотрите, просто... валюту я бы оставил на счету все-таки на несколько там месяцев. Все-таки вводить ограничения на снятие с валютного счета. Ну, хорошо, ограничить там снижать... снятие $1000 в день. Ну, походите вот в этот банк как, да, на работу. Да. Кто-то неделю, кто-то месяц, кому-то 2 дней хватит. Да, все разные мы. 70% населения, извините, если я кого обижу, но 70% населения, по официальным данным, сбережений не имеет вообще. Так что мы говорим о верхней трети. Михаил Ильич, Ксения Юдаева, которую вы уже сегодня упоминали, ну, что вы так сразу... Ну, понимаете, не хочется ругать женщин. А с другой стороны, Юдаева, Псаки, Набиуллина, Меркель. Ну, как о них говорить хорошо? Так, Ксения Юдаева заявила сегодня буквально следующее. Нет, наверное, это будет не цитата, это будет... изложение. Изложение, совершенно верно. Инфляция в России по итогам года превысит 9%, но пик ее роста еще не пройден, заявила первый зампред ЦБ, госпожа Юдаева. Заявила на этом на совещании с вице-губернаторами по вопросам внутренней политики и соцсферы. А по ее оценкам, в первом квартале инфляция может приблизиться к 10%. Я не понимаю, в первом квартале 15-го года, или может быть все-таки... В первом квартале 15-го года, первый квартал 15-го, первый квартал 14-го. На самом деле, это уже сказал Улюкаев, по-моему, тот самый. У него все-таки какие-то расчетчики остались. Он сказал, что в январе инфляция, январь к январю будет 10%. Так, значит, коллеги, значит, это официальная инфляция, дорогие друзья. Не надо кидаться предметами в радиоприемник. Это инфляция официальная. Это не та, которую мы видим в магазинах. Это та, которую фантазирует себе государство. И на основании чего оно принимает решение о том, как мы будем жить. Вот разница 2-2,5, в отдельные моменты до 3, по-моему, раз доходит. Но мы говорим о 10% не в том смысле, что цены вырастут на 10%, в январе будут на 10% выше, чем в январе прошлого года. Нет. Они просто будут расти быстрее, чем в ноябре, чем в декабре, чем в октябре и так далее. Это вещь такая мистическая. Это вот галлюцинации, в мире которых живет правительство и Банк России. А реальность, к сожалению, такова, что быстрее всего растут цены на те категории товаров, которые чаще всего покупают самые незащищенные слои населения. Значит, Юдаев сказал правду, что пик инфляции впереди. Она тактично не договорила о том, что поскольку инфляция вызвана сегодня прежде всего политикой Банка России, то пик инфляции наступит тогда, когда уволят Набиуллину и Юдаеву, с моей точки зрения. Потому что до этого момента они будут инфляцию только разгонять. Я очень хочу ошибиться, но пока эти две дамы, или дамочки, кому как нравится, действуют именно так. Потому что девальвация сегодня – это всплеск инфляции завтра. Мы это все знаем прекрасно. С другой стороны, произвол монополий. Есть произвол монополий, который мы видим на рынке бензина, когда они меланхолично и методично повышают цены при любом поведении нефти на мировых рынках, вообще в любой ситуации. Но есть другой произвол монополий, который называется спекуляциями. Это то, что из учебников мы помним о
февральская революция, о гражданской войне. Это то, что многие из нас помнят по концу 80-х, началу 90-х. Что такое отсутствие гречки на прилавках? Господа, гречка нового урожая на прилавке еще не поступила. Ну, только-только начала поступать. Там заледенела земля в Алтайском крае. Это вообще урожай следующего года. Официально она выросла, подорожала на 27%. Ой, это вообще, об этом лучше не говорить, потому что только мы звонили... Только самое солью. Это сознательные спекуляции. Это война монополий против народа Российской Федерации. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». 17:47 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин с нами в студии, меня зовут Антон Челышев. Михаил Геннадьевич, про гречку это вообще смешно. У нас по субботам программа ходит, называется «Народный контроль». Вот для диабетиков это особенно смешно. А, да? Ну, это, я имею в виду, все заявления о том, что гречки не урожай. Мы позвонили в Алтайский... Гречка хранится идеально долгие годы. Долгие годы. Я вам больше скажу. Мы позвонили в Алтайский край, где эту гречку выращивают, где якобы не урожай. Ага. Сказали, ребята, так она у нас каждый первый год вот так вот покрывается этой самой коркой, потом эта корка стаивает, и гречка благополучно всходит, растет, колосится, и это все, извините, вам врут. С гречкой все в порядке это на полях. Это правильно. Это искусственно организованная спекуляция. То же самое, что с солью, искусственно организованная спекуляция. И когда государство позволяет такие вещи, возникает вопрос, оно существует или нет вообще? Государство. Да, государство. Гречка-то существует пока еще. По крайней мере, спекуляции на гречке существуют. Михаил Геннадьевич, вот нам постоянно говорят, ну, в основном, конечно, власть придержащие, говорят, что вот ситуация с российской экономикой – это результат негативного внешнего воздействия. Это с нами так поступают, нам палки в колеса вставляют, говоря простым языком. Вы заявляете, что это результат не профессионального управления государственной финансовой системой. Где есть ли вообще, в принципе, на ваш взгляд, признаки того, что имеет место вот это вот эти негативные манипуляции, но не изнутри страны, а откуда-то нет, извне? Внешне имеет место. Потому что это? Ну, санкции, да? Это ущерб. Другое дело, что он на порядок меньше того, что, значит, рассусоливают наши начальнички. Но, тем не менее, определенный негативный ущерб действительно есть, имеет место. Есть определенные затруднения с технологиями, со всем остальным. Через десятые руки приходится покупать, процентов на 15 дороже и так далее. Это имеет место. Имеет место мировой кризис, негативная конъюнктура. С другой стороны, Америка окрепла, прекратила заливать свою экономику деньгами, спекулятивные капиталы перестали просачиваться на рынок нефти, нефть ёкнулась почти на 40%, ну, более чем на треть. Вот мы тоже потеряли приток денег. Да, это, безусловно, внешние воздействия, часть санкций сознательно, прекращение кредитования сознательное, падение нефти бессознательно, но все равно внешне. Дальше рассматриваем наш либеральный клан. Если рассматривать это как верный министр, назначенный президентом, тогда, конечно, это внутреннее воздействие, негативное и разрушительное. Если рассматривать людей как часть либерального клана, как люди, которые убеждены, что государство должно служить глобальному бизнесу, а не какому-то там народу, не какому-то там населению, то, простите, если я считаю, что я должен служить глобальному бизнесу, я, наверное, ему и служу. И тогда моя политика есть результат реализации интересов глобального бизнеса. Давал я подписку кровью или не давал, сознательно я это действую или неосознанно, это вопрос субъективный, это уже никому не важно. Я действую как часть внешней силы. Сознательный или несознательный – это вопрос для следователя. Но главное не в этом. Внешнее воздействие есть всегда. Вот мы с вами разговариваем, на нас действуют мириады микробов.
Но пока у нас у самих иммунитет не упадет, мы их не замечаем, здоровый, счастливый, иногда даже веселый. Кстати, обещал я попросить вас прокомментировать вот какую версию относительно того, почему ОПЕК не пошел на сокращение цен на нефть. Говорят, что это сделано для того, чтобы на корню зарубить американский нефтяной проект, связанный с... Ой, слишком умно для ОПЕКа. Уж да простят меня шейхи и остальные. Есть такая идея, но американское государство сланцевый проект, может финансировать сланцевый проект достаточно долго. Смысл сланцевого проекта? Есть компании, балансирующие на грани убыточности, постоянно проваливающиеся за эту грань. Государство дает им 20 копеек, чтобы они получали прибыль. Дает им очень сложным, превращенным образом, поэтому это поле деятельности становится успешным. Туда бросается бизнес, причем бизнес средний, накачивает эту отрасль, и они... Получает государство денег, там, условно, на 10 миллиардов долларов в год, для Америки это немного, обеспечивают экономию за счет удешевления энергии, условно, на триллион рублей. Вот смысл. Ну, хорошо, будут они бросать туда не 10 миллиардов, а 20 миллиардов. Все равно им выгодно. То есть мотивация такая может и есть, но ОПЕК это настолько расхлябанная, настолько недисциплинированная организация. Они видят, что цены валятся без них. Зачем же они будут ограничивать себя в копейках? Нет, я допускаю, что у них есть такая мотивация, но она ошибочная в любом случае. Хорошо, Михаил Геннадьевич, минута у нас до конца этой части эфира. Последняя, собственно, на сегодня. На ваш взгляд, как будет вести себя рынок труда в следующем году, тоже очень важно. Ну, как в кризисе ведет себя рынок труда? Как удавка на шее. Ровно так. Забудьте, что у вас есть права. Боритесь за свое рабочее место, старайтесь стать незаменимым. Помните, что есть трудовой кодекс, и есть суды, и в реальности прав у вас нет никаких. Старайтесь действительно стать незаменимым, быть душой компании, потому что их увольняют в последнюю очередь. Ну и что называется, мы вступаем во времена, когда лагерная заповедь «не бей, не верь, не бойся, не проси» становится главной, по крайней мере, в отношениях с этим государством. Доктор экономических наук Михаил Делягин. Спасибо, Михаил Геннадьевич. Ждем вас через неделю. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.